Я продолжаю показывать Кёнигсберг по нашему Калининграду. Сегодня мы посетим один из символов города – Рыбную деревню, туристический квартал Калининграда. Через реку Приголе мы видим остров Канта и самый узнаваемый, наверное, готический собор России – Кафедральный собор. Также он известен как Кёнигсбергский собор или Домский собор Богоматери Святого Адальберта. Слева – Калининградская синагога и по центру – Смотровая башня и Рыбная деревня. По Кёнигсбергскому собору этот храм многократно разрушался, страдал от пожаров, перестраивался, реставрировался. Внутри самого здания музей, посвященный Канту. Так, а мы идем сейчас по Казельскому мосту в Рыбную деревню. Находится она на острове Ланзе. Сейчас он называется Октябрьский. Вдоль набережных причалы с экскурсионными лодками. Что по поводу Рыбной деревни, располагается она на месте бывшего немецкого поселения рыбаков и своими формами напоминает канзейский стиль исторических зданий Кёнигсберга. Изначально здесь хотели сделать этнографический музей, торгово-ремесленный комплекс, где можно было бы очень подробно познакомиться с культурой, бытом кёнигсбергцев. Создан комплекс в 2010 году, поэтому в историческом контексте интереса особо не представляет. Сегодня это ресторанный гостиничный двор, административно-деловой центр, имитирующий довоенную застройку
восточно-прусского Кёнигсберга. Часть зданий выполнена в орденском стиле, часть барокко, и прослеживается имитация технологии фахверка. Битовая башня, маяк, тоже стилизованное здание, имеет 133 ступени. В здании маяка находится смотровая площадка с видом на остров Канта и на рыбную деревню. Снаружи на скамейке скульптура шкипера, на удачу надо поздороваться с ними, с обезьяной, и растереть им носы. Спасибо, да? Вот вам задумал. Да, вот колонки.